Добрый день, друзья! Сегодня я хочу показать, как я готовлю компот из замороженных ягод. Значит, ну, у всех почти есть дачи или загородные дома, на участках люди выращивают смородину, вишню, крыжовник. Я это все собираю летом и в морозильной камере морожу при температуре минус 18 градусов. Все полезные свойства и вещества ягод сохраняются в замороженном виде. А зимой как хорошо, особенно если есть дети, попотчевать их витаминами. Значит, ну вот для компота я беру вот такое вот количество ягодок. Значит, здесь смородина, вы видите, вишня замороженная, крыжовник. Любые подойдут ягоды, и есть еще немного черной смородины. Значит, все это мы промываем. Морожу я это все не промывая, то есть снял с веточки и в пакет, и в морозилку. Значит, промываем и заливаем холодной водой и ставим на плиту. Итак, наши ягодки закипели. Значит, мы их варим, ну, приблизительно пару-троечку минут. Вот. Можно их подавить. Из них все витаминчики выйдут в наш компот. Значит, после этого мы их вытаскиваем шумовочкой и добавим сахар. Сахара надо, ну вот на 3-литровую кастрюлю, которую я варю, ну, ложек 6-7 столовых сахара. Но это кому как нравится, можете побольше положить, можете поменьше. Значит, сейчас вот мы соберем все, чтобы вот поменьше. Ну вот, закладываем сахарок наш. Еще поварим пару минут, сахар растворится, и компотик наш готов. Быстро, просто и полезно. Вот такой компотик. Налил я его в кружечку. Смотрите, какой цвет красивый и очень вкусный. Очень вкусный. Варите, собирайте ягоды. Всем приятного аппетита!